конце 19 века в Одессе и ее ближайших окрестностях за короткий промежуток времени практически один за другим появились на свет будущие писатели и поэты, сыгравшие важнейшую роль в русской литературе: Исаак Бабель, Илья Ильф, Евгений Петров, Валентин Катаев, Анна Ахматова. Тогда же в Одессе родилась Вера Моисеевна Шпенцер, прославившаяся в советское время как поэтесса Вера Инбер. Она с детства писала стихи, рифмовала все услышанные слова. Но отец, богатый владелец научно-популярного издательства «Математика», очень не хотел видеть дочь легкомысленной поэтессой. Ее страсть к поэзии разделял только молодой двоюродный дядя, Левушка, как его называли в семье. Его отец отказал ему от дома, поскольку Лева Бронштейн был революционером и позорил порядочную семью. Левушку приняли к себе родители Веры, почему-то совершенно не боясь, что он может испортить их репутацию. Прощая племяннику любые выходки, собственную дочь Шпенцеры воспитывали строго. После окончания гимназии ее отправили учиться на исторический факультет высших женских курсов Одессы. Изучать историю девушке совершенно не нравилось. Она не хотела копаться в пыльной старине. Ей хотелось жить здесь и сейчас. Вера изобразила страшное утомление от учебы, слабость и приближение ужасной болезни. Подобные трюки ей удавались очень легко. Она была такой маленькой, тоненькой, бледненькой, почти прозрачной. Только огромные глаза светились на очаровательном личике. Родители, души не чаявшие в единственной дочери, немедленно отправили ее на лечение в Швейцарию. Как она была счастлива оказаться в Европе! Из Швейцарии Вера отправилась прямиком в Париж. А там ее дожидался Натан Инбер, журналист, друг ее родителей. Они попросили его проследить за дочкой. Натан, или Нат, как он подписывался под своими статьями, за Верой проследил. Очень даже хорошо. Он просто-напросто женился на ней, причем по взаимной любви. В Париже Вера, примеряя одно платье за другим, вдруг посчитала себя знатоком современной моды. В полном восторге от парижской жизни Вера сочинила целую книгу стихов и тут же издала их на собственные деньги, чтобы не терять время на походы по издательствам. В Одессу она вернулась в 1914 году и сразу почувствовала себя звездой. В Петрограде дядя Лева, принявший звонкий псевдоним Троцкий, уже делал революцию. Вера печатала в одесских журналах статьи на тему «Как правильно одеться». Колоритные базарные торговки валом валили на ее лекции по изысканной парижской моде. «Верочка, куда мне крепить бант?» – спрашивала беспокойная тетя Соня, прорвавшись через толпу любительниц моды. «Разве же это бант?» – отвечала Вера вопросом на вопрос. В 1917 году Одессу накрыла революционная волна, нарушив привычный уклад жизни. Верочкин муж, предчувствуя большие проблемы и беды, решил эмигрировать. «Давай просто на пробу. Съездим в Константинополь», – предложил он своей очаровательной жене. Вера уже чувствовала, что их совместная жизнь подходит к концу, несмотря на рождение дочки. Они выехали в Константинополь, пытаясь сохранить семью. До Верочки доходили слухи о той великой шахматной партии, которую разыгрывал ее дядя Лева. Ей стало очень интересно и захотелось домой. «Вернемся!» – спрашивала она мужа. «Опасно», – отвечал тот. Вера забрала ребенка и вернулась в Советскую Россию. Возвысившийся до небес Лев Троцкий не забыл свою племянницу и в 1922 году позвал ее в Москву.
Вера в одно мгновение стала известной в литературных кругах личностью, вполне официальной поэтессой и журналисткой. Она по-прежнему была очень привлекательна и вскоре вышла замуж за замечательного ученого-электрохимика Фрумкина. Авторитет Веры Инбер в писательской среде стал настолько велик, что ее пригласили работать над коллективным романом вместе с Зощенко, Алексеем Толстым и другими известными авторами. Анонс в журнале «Огонек» звучал так. Первый в СССР коллективный роман, написанный 25 выдающимися писателями. Таким образом, «Огонек» создаст документ, в котором будут сосредоточены особенности всех ныне существующих литературных групп в лице их виднейших представителей. Это была безумная идея. Последний всплеск свободомыслия перед окончательным установлением террора. Заметьте, Веру Инбер причисляют к выдающимся писателям, и она получает возможность продолжить сюжет за самим Александром Грином. Роман назывался «Большие пожары», фантастическое действие которого происходило в несуществующем советском городке. Произведение завершалось грозным предзнаменованием. Продолжение событий читайте в газетах, ищите в жизни. Не отрывайтесь от нее, не спите. Большие пожары позади, великие пожары впереди. Слова оказались пророческими. Вскоре шестеро из состава авторов романа вместе с главным редактором «Огонька» Михаилом Кольцовым были репрессированы. В январе 24-го умирает Ленин. На его смерть Инбер напишет заказные стихи. И потекли людские толпы, неся знамена впереди, чтобы взглянуть на профиль желтый и красный орден на груди. К власти приходит Сталин, и первым его решением оказывается смещение Троцкого со всех постов и последующее уголовное преследование. После высылки Троцкого в Турцию в Советской России начинается планомерное уничтожение всех его родственников и соратников, а заодно и всех, кто носит его настоящую фамилию – Бронштейн. Можно только представить себе панику, в которую впала поэтесса Вера Инбер, все эти годы находившаяся рядом с человеком, ставшим врагом народа номер один. Ведь она так трогательно писала про встречи с Троцким. При свете ламп, зеленом свете, обычно на исходе дня, в шестиколонном кабинете вы принимаете меня. Теперь эти стихи оказались вне закона. Вера разводится с мужем, чтобы не бросать на него тень, и начинает изо дня в день ждать ареста. Но ничего не происходит. Черные воронки проезжают мимо окон ее уютной квартиры. Вера Инбер продолжает вращаться в литературных кругах и видит, что все вокруг будто забыли, чьей родственницей она является. Но Вера понимает, что спокойствие может оказаться мнимым и решает, что лучшая защита – это нападение. Вера Инбер выступила на одном из собраний с пламенной речью, на котором заявила, что надеется на скорый арест и уничтожение Троцкого. «Сын за отца не отвечает», – говорил Сталин. «Так что уж тут говорить о двоюродной племяннице. Седьмая вода на киселе. Она уж совершенно ни при чем». Реакция Сталина на инициативу Веры Инбер была соответствующей. Вскоре поэтесса получила орден Красного Знамени. Несмотря на это, Вера жила в страшном напряжении, следя за собой и другими, лишь бы чего не вышло. Она строила успешную карьеру и даже ездила в заграничные командировки, как самый проверенный боец Советского литературного фронта. Накануне войны она в третий раз попыталась наладить личную жизнь и вышла замуж за профессора Илью Страшуна,
В 1941 году вся семья Веры Инбер оказалась в осажденном Ленинграде, где новый супруг руководил медицинским институтом. «Но час придет, не будет ни окопов, ни пушечных, ни пулеметных гнезд. Мы вновь нацелим жерла телескопов по золотым ориентирам звезд». После победы за цикл блокадных стихов она получила сталинскую премию. К тому времени жизнь превратила ее из тоненькой, хорошенькой, всегда молодой женщины в партийную даму без следов былой славы на сосредоточенном лице. «Стареющая Золушка», — говорила она, глядя в зеркало. На совести этой Золушки травля Пастернака, Лидии Чуковской и многих других замечательных писателей и поэтов. Согласие с политикой партии и правительства принесло ей успех и безбедную жизнь. К примеру, на даче она имела прислугу и даже садовника. Коллеги по литературному цеху избегали близкого общения с ней. Анна Ахматова официально отказалась от ее предисловия к своему сборнику стихов. Илья Страшун умер. И Вера, опасаясь одиночества, привела в дом некоего партработника по фамилии Чайка. Их отношения стали поводом для эпиграмм. И не смешно, и не остро. И дамская видна манера. Сие писала Инбер Вера, из Чайки выдернув перо. Вообще многие критики не забывают подчеркнуть, что, производя как на конвейере стихи о пионерии, Вера Инбер утратила талант к настоящей поэзии. Но в конце жизни она писала порой не только на заказ. «Читатель мой, не надобно бояться, что я твой книжный шкаф обременю посмертными томами штук 15, одетыми в тесненную броню. Нет, издано не пышно, не богато, в простой обложке серо-голубой, то будет книжка малого формата, чтоб можно было брать ее с собой». Сталинская система, безусловно, сломила эту миниатюрную женщину, заставив потратить поэтический талант на дешевые пропагандистские вирши. Но некоторые ее произведения не скоро забудутся. Ее стихотворение «Девушка из Нагасаки» еще в довоенные годы превратилось в практически народную песню. Многие знают ее в исполнении Владимира Высоцкого. Приехал он, спешит к ней, чуть дыша, но узнает, что господин во фраке, однажды вечером, наевшись гашиша, зарезал девушку из Нагасаки. Даже пользуясь всеми благами советского режима, Вера Инбер не смогла стать счастливой. Она видела изнутри все ужасы блокады, она пережила смерть внука и дочери. Постоянный страх ареста заставил ее надеть маску функционера от литературы. Недаром она так жалела ушедшую молодость. Вера Инбер прожила чужую жизнь и стала той, кем не собиралась быть. «Моя старость пришла сварливой и жестокой. Бог меня покарал», — в конце жизни говорила поэтесса. Она умерла, будучи практически слепой старушкой. Как тяжко жить зимой на свете сиром, как тяжко видеть сны, что мухи белые владеют миром, а мы побеждены.